Времени всегда не хватает, поэтому мы не делаем паузы в работе, экономим на отдыхе. А зря. Давно доказано, что передышка в круговороте дел увеличивает нашу продуктивность. Сегодня мы расскажем, как расслабиться и отдохнуть буквально за 5 минут. Начнем с самого элементарного. Если вы чувствуете, что силы на исходе, заварите чашку зеленого чая и съешьте кусочек черного шоколада. Зеленый чай – источник L-тианина, который помогает избавиться от гнева и обладает расслабляющим действием. А темный шоколад регулирует уровень кортизола, гормона стресса. Не любите чай и шоколад? Отдайте коллеге и дышите глубже. Медленное глубокое дыхание понижает артериальное давление, частоту сердечных сокращений. Еще один хороший способ передохнуть от рутины – это небольшая перестановка на рабочем столе. Сделайте уборку, переместите свои принадлежности и просто-напросто смените заставку на мониторе. Частое новое оформление также помогает найти новые идеи. Хотите отвлечься и расслабиться одновременно? Заведите небольшой дневничок и пишите туда свои мысли, эмоции, описывайте свое состояние, дневник все стерпит, а вам станет лучше. Перейдем к более активным занятиям. Бег на месте. Вот отличный способ взбодриться. Вы получите мгновенный выброс эндорфинов в кровь, что поможет вам побороть стресс и усталость. Попробуйте применить наши советы в своей жизни, и вскоре вы заметите ощутимые результаты как в самочувствии, так и в вашей работоспособности.